Ватсон, Ватсон, Ватсон! Ватсон, поднимайтесь, у меня тут замечательный мотоцикл. Поднимайтесь. Что у вас там, Холмс? Я говорю, у меня тут опиум, и я на скрипке играю. Поднимайтесь. А, ну, конечно, поднимай, слушай. Так давайте я вам сыграю свой новый минуэт. Вы мне сделали, а я вам сыграю. Холмс, Холмс, Холмс. Шутка, шутка, шутка. Так, ладно. Вот смотрите, перед вами что? Улика. Ползет улика. Рядом с уликой вторая улика. Да, смотрите. Оп! Одну убили. Что произошло? Убийство. Мотива ноль, убийца я. Как вам? Ну, как вы догадались, Холмс? Ватсон, все, я так больше не могу. Вы дебил. Вы дебил, Ватсон. Кто вообще? Откуда вы взялись, Ватсон? Скажи мне. Кто вы такой, а? Кто вы такой, Ватсон? Я доктор. Вы доктор? Вы доктор чего? Что вы лечите? Вы кто? Гинеколог, уролог, венеролог? Кто вы такой? Откуда вы взялись? Жил себе Холмс один, и вдруг Ватсон, бац себе! Откуда вы взялись? Кто вы такой? Почему я должен жить с каким-то мужиком? Объясните мне! Вы знаете, что про нас в Скотланд-Ярде говорят уже, Ватсон, а? Я гений частного сыска! Задумайтесь, просто, вот просто задумайтесь. Вы хоть раз помогли мне раскрыть хоть одно преступление. Хоть одно, доктор Ватсон. Я здоровый мужик, мне не нужен доктор, понимаете? Почему вас кормит миссис Катсон? Объясните мне, почему? И почему я должен объяснять вам элементарные вещи? Ого, Холмс, как это получилось? А? Вы дебил, это элементарно! Так, все, собирай манатки, пошел вон отсюда. Все, собирай манатки и пошел, чтобы я тебя не видел больше. Пошел! Все! Стойте! Стойте! Не обижайтесь. О, опиум хороший. Одевайтесь, там какая-то звонили из Баскервилей, говорят, там собака. Надо, одевайтесь, поехали. Дружба? Не выводи меня, сука, я тебя сейчас...